Жителей экибасту напугал волк, который бегал во дворе жилой многоэтажки. Животное пришлось застрелить. Видео в социальных сетях разместили очевидцы. На кадрах хищник, лежащий в подъезде одного из домов. Это волк, сообщает автор видео. Затем раздаются выстрелы. Всего их два. В комментариях под видео люди писали, что с животным поступили жестоко. Между тем в управлении полиции пояснили, что волка усыпили щадящим методом. Специалист ветеринарной станции выстрелил в него из пневматической винтовки дротиками со специальным препаратом. Труп направили в лабораторию для исключения бешенства. Как дикий зверь оказался в жилом доме, неизвестно. Есть предположение, что за животным не уследил хозяин.